то есть развестись, но при том так, чтобы сын не оставался с матерью. Да, именно. Да, конечно. До выхода на сцену минут 5. Есть время снова повторить роль и войти в сложный образ. У Юрия Малашина, актера Русского драмтеатра, в спектакле «Центральная роль» он играет Алексея Каренина. Признается, образ эмоциональный, очень драматичный. Тем сильнее переживается чувство любви мужа, который пытается изо всех сил отстоять свою семью, а значит, счастье. Сама история, она такая человеческая, о любви. Человек любит свою жену, это одна первая и последняя его любовь, и вот это и есть, в общем, ну, мне это понятно, знакомо, и я это понимаю, что я играю. В основе спектакля «Алексей Каренин» – пьеса современного екатеринбургского драматурга Василия Сигарева, созданная по мотивам знаменитого романа Льва Толстого. В инсценировке сюжетная линия взаимоотношений любовного треугольника Алексея Каренина, Анны и Алексея Вронского. А в главном ракурсе впервые не Анна, а муж-сухарь. Каренин – один из самых трагических и непонятных героев русской литературы. Его трагедия по Сигареву не в том, что жена полюбила другого, а в том, что Анна не любит его. Это путешествие в подсознание главного героя Каренина, которому пришлось решать вопрос измены жены. Предательство в его адрес и все пути, с которыми сталкивается человек после предательства. Желание отомстить, охлаждение, отстранение, понять и простить. Переосмысление с точки зрения современной философии, психологии романа Анны Карениной и его как бы второстепенного героя. Но на самом деле то, что у него там творится в голове, что он проживает, это отдельное вообще какое-то доведение до сумасшествия и потом дальше возрождение, как птица Феникс. Спектакль «Алексей Каренин» начали ставить на Ижевской сцене в этом году, а репетировать из-за пандемии онлайн. Пока спектакль в закрытом показе, к премьере его планируют подготовить к сентябрю, к старту нового театрального сезона. Елена Обуховская, Юрий Зелененький. Новости. Едем.